Короче, у нас тут приехала партия контрабандных бананов. Сейчас мы будем их тестировать. Я буду называть сопротивление, чтобы вычислить, какие из них хорошие, какие из них плохие. 13, 14, 13. Слушай, ну они все меньше 20. 13, 13, 13. И все стабильно показывают 365 вольта. Да? Давай сейчас, оп, эти вот посмотрим еще раз. 15, 16, 15, 17. Было до этого 19. Неплотно я прикладываю, видимо. 17. А сколько у них вольт? Сколько он показал? 3,66. А есть 3,65. Странно, да? То есть вот эти 4 аккума, они покажут, по идее, меньше емкость, чем вот эти все остальные. Так, вторая теперь партия. Шоколадки. Значит, те были у нас на 2,5 официально, а эти у нас на 3000 мАч официально. Сейчас посмотрим, что по факту они нам покажут по качеству. 27 сразу. 27. 7. 37. Тоже будет 10% мрака. 26, 27, 27, 26, 26, 24. Еще раз вот эти. Они номера, интересно, не смотрел, маркировки не сравнивал. 38. 33, 37. Ну вот смотри, стабильно. То есть в каждой партии по 10% брака.